воскресный день, вышли из храма после службы. Вы далеко встали, постарайтесь поближе подойти, потому что то, что я скажу, касается всех. Так, Елена Анатольевна, объявите, когда занятие? 12 часов. С 11? 12. 12. Так, у меня вопрос ко всем. Кто смотрит за электричеством, за проводами, как-то раньше был человек назначен? Как только вот сюда заезжать на эту вот эту выемка-то где, и над ней три, наверное, ветлины, и ниже наклоняются. Если они упадут, они упадут. Вот этот кабель будет прерван. Нужно сообщить им туда, если мы сами не можем. Они приезжают на специальную такую установку, и они пилят эти ветлы, три. Ветки стали наклоняться, уже головой достаешь. Понял я? Ну вот как сейчас идешь по дороге, и сразу около пруда первый, где выемка-то, где вода вытекает. Кто занимается электричеством? Ну позвонить вы можете, кому-то звоните же, когда нет электричества-то. Позвоним, позвоним. Разберемся мы. Кто это делает? Сделаем, Игнатий Тихонович. Сделайте. Староста сделает. Так, я хочу спросить, сегодня оглашенные за дети было сказано или нет? Нет, позвонить. Вы рядом стояли. Оглашенные изыдите было сказано или нет? Нет, нет. Ну вот отсюда результат. Совершенно не, можно сказать, это не православный, но маленькой за печкой сидит, и я сказать еще не могу. Какая причина-то? Я думаю, что если изменилось богослужение, некоторые священники выбросили, потому что оно не исполняется. Так, на этой неделе. Когда будет, видимо, со вторника. Даша, батюшка, где он там, это его сказать как? Что в Мамонтова приглашают опять? Не приглашают или как сказать? Вызывают. Белят или что? И Володю, он уже был здесь. Потому что в пятницу они туда приезжали, следователь была. Это все еще не кончено оказалось. Так что дома просто надо помнить это, помолиться. Потому что заварена была каша, круто замешанная. И главное, сами представители до самого верха говорят, ну вы вот там брали, так уже все поняли, что ничего за нами нету. А в прошлом году у вас как было? Так же брали и делали, а позапрошлом? И сколько лет? 30. Еще бы 30 лет так было, если бы не было тот туда, доик не вошел. Не написал кляузу. А теперь, как тараканы, прячутся под углами. Помолитесь об этом, чтобы Господь как нужно, так и сделал. Потому что на этой неделе, если у них к концу идет, а у нее она приезжает вот такая, отовсюду были запросы, там протесты. Ну, многие из России, видимо, может, даже из-за рубежа были, не знаю. Теперь я должен все это проверить и смотреть, потому что виновный я дал указания, люди делали. И там так и написано. То есть я написал об этом. Помолитесь, чтобы было как должно. Приезжал сюда она, Анастасия, кажется, Михайловна, да? Следователь. И адвоката поставили они от государства, за который платить не надо, Андрей. У меня такое впечатление сложилось, что все расположены. То есть все, что у нас было, машина на месте, да. Не раскуроссанная. А там еще только видели. Мне вернули все, и она приехала, в руках привезла ноутбук, Володе все отдала. Вот у меня такое мнение по сегодняшний день, что они все расположены. Но по-другому нельзя никак. Раз значит, а надо окончить и определенные, ну, у них занаряжено, что были делать. Расположены, надо располагать их к себе. Да. А, да. Батюшка, я спрашивал сейчас, оглашенный за детей говорил сегодня? Говори дальше. Ну, потому что мы у дверей и не знаем, что дальше делать. Ну, все тогда. Все. Если вопросы есть, можете сказать. Господин не сказал, что служба остановилась. Так, я сейчас к Алексею подойду. Володя, а ты сам можешь узнать, сколько у меня на компьютере? Хватит до 10 октября денег? Не знаю. Нету? Я не знаю. Не можешь, да? Нет.